Если сказать точнее, назваться брендом Хакасия и Республика Хакасия будет можно, но строго при определенных условиях. Каких именно, пока не сообщается. Ну а за самоуправство положено наказание. Стоит отметить, в принятии этого законопроекта парламентарии республики не оригинальны. Подобная норма действует в большинстве регионов. По мнению республиканских депутатов, это должно дисциплинировать бизнес и не допустить дискредитации имени Хакасия. Более 1000 организаций, которые употребляют это название, просто иногда половина из них это просто спекулирует на этом названии, либо уйти от дополнительной какой-то ответственности, либо ответственность свалить на Республику Хакасия. Собственно, мы понимаем, для чего это применяется.